Соколов, также 9 небес, 8 райских ворот. 7 созвездий тебе по причинам 6 песен поет. Аллах не создал существ, кто вам был подобен, кто 5 чувств, все 4 стихии, 3 духа несет. Сал, сал, глаза дыши. Тебе всего хорошего. Красавчики. Да. Капитане. Только бухать перестань. Благородность и подлость, отвага и страх, все с рождения заложено в наших телах. Мы до смерти не будем ни лучше, ни хуже. Мы такими, какими нас создал Аллах. Не боится ни бурь, ни штормов океан. Человек отличает от людей обезьян. Не рождается зло, а добра и обратно. Различать им нам взгляд человеческий, да. Азан, еще что знаешь ты? Че, ты, походу, много чего знаешь. Ну, расскажи, да. Че, мы же не спешим, нормально. Раскачай что-нибудь, нормально. Сейчас все, выпью. А вот чуть туда отъеду, я вот там... Я, короче, а, слышу, ну, брат. С нами идем с нами. Идем с нами, идем. Здесь гаишники просто могут заебать. А ну, еще что ты знаешь еще? Подожди, подожди, чуть вперед еще дай. По-братски мы остановим. На пешеходе нельзя же останавливать. Это? А. Брат, запомни эти слова, когда бабе увидишь, а? Ну, бабу такую, да, которую тебе понравится, да, скажешь вот такие слова. Зачем любить, зачем страдать, коль все пути идут в кровать, не лучше душу твою мать с кровати сразу начинать. Да не, да мне зачем это говорить здесь? У меня уже все нормально. Да, есть моя все жена есть. Ты жена, ты конечно, сам, да? Все, да? Не, мы можем с тобой о многом поговорить. Это. Не, ты лучше вот эти вещи расскажи нам. Это что говорить, говорит, мы сонные, честно говоря, 5 часов утра. Лучше пить и веселых красавиц ласкать, чем в постах и молитвах спасение искать. Если место в аду для влюбленных и пьяниц, такого же прикажете в ад допускать. Ой, бля, вот он мне рассказал. Че это? Еще что-нибудь расскажи напоследок и поедем мы. Что-нибудь красивое, сам подумать, за жизнь там, за пацанов нормально там, знаете, а, кстати, если умничать будут, короче, коронаведы и то все, да, вы у него поинтересуетесь, короче, да, когда пророк Юсуф, 37-я сура, да, выходил с тюрьмы, какие слова он на дверях написал? Не знаю, честно говоря. Я тебе скажу, тюрьма это могила бедствия и зла, могила для живых, повод клеветы для врагов и испытания для благочестивых. Со. Тюрьма это нехорошее место по-любому здесь, он знал, что он писал здесь. Так что на этой минорной ноте здесь можно поехать. Да не, брат, я поехать, короче здесь. Это... Ты, наверное, по своим делам, мы тоже по своим делам. Да? Да, да. Давайте, так, удачи. Поедем. А это махорка есть, да, пацаны? Это снега, это жесть.